Локтем, да, наверное? Да, да. То есть шейная воротниковая зона включает лопатки в себя. Помнишь, как я локтем говорил, захватывая само плечо? Не, я не видел же. Так, это вот так. Прием, да, вот такой. А теперь то же самое, только... Смотри, вот медленнее, глубже заходи, прямо до туда, до стола, до самого. Вот, захватил плечо, все плечо. И руку под плечо прям подсовываю, поднимаю на себя. Вот так поднимаем. О, вот такой, видишь, большой сразу. Большой захват. Это как бы установка ракет, что ли? Да, установка ракет. Потом мы ракеты еще будем... Перетаскиваем. Будем дальше перетаскивать, да. Отрабатываем нюансы всех приемов. Вибрацию вот ты просто даешь, да? Вибрацию вот так вот, смотри, добавляй прямо отсюда, вот по всей мышце. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот по вот этим линиям. На возврате вот это? Вот туда, нет, вот туда. Вот центр периферии. С любой амплитудой. Можно вот такую амплитуду добавить. Просто по зажатости смотришь. Мышцы человека. Начали, да, с лопатки. Шина воротниковая. Да, лапа леопарда по кругу вот так вот, вокруг всего плеча. Более подвижен. Да, не меняя, получается, позы, массажист не меняет свою позу сразу, и шею тоже мы разотри маслом. Вот, там много не надо, хватит, в принципе, масла. Вот, и сразу с этой стороны начинаем обрабатывать шею. Видишь, именно лбом, когда мы кладем на руки, у нас максимально выгибается шея назад. Видишь, плечи приподнимаются, да, начинается стирание. Иногда, вот если человек в дырке, например, голова лежит, да, то вот тоже такой лайфхак, говорю, можно сделать так, чтобы он в этой же позе, да, лежит плечо, предплечье положил под грудь к себе. Попробуй, ладони под грудь. Да, вот, а голова вот так. О, вот такая поза. Обратите внимание, видите, вот. Тоже очень хорошо раскрывается шея и нос, кстати, дышит. Да, удобно дышать? Ну да. Запишем вот это еще раз. Покажи, как раскрываем руки, раскрываем плечи ему. Не, вот если плечи у человека там соединены, давай лбом на руки, это чаще всего, когда лбом на руки. Бывает, они поднимают плечи, вот так прямо у них люди, особенно когда болит, да? Вот раскрываем снизу плечи, а потом сразу пальцем захватываешь трапециевидную мышцу и разводишь в сторону уже по раскрывшимся плечам. Да, вот нюансы очень важны для тех, кто ходит на тренинги. Нашли и что? Место крепления трапециевидной мышцы не сверху, а через низ идем вот так. Вот так, вот так, вот так вот. И рисуем до конца вот эти вот такие перышки большим пальцем. Да, вот так вот круговые движения. С обоих сторон одновременно. Да, раздвигаю его плечи. Трапециевидную мышцу. Вот тут вот установимся. Вот, где они крепятся. И дальше разводим.